Вы смотрите видео об отеле Malhan Hotel. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Malhan Hotel расположен в стране Турция в регионе Фетхие и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 55 километров от аэропорта Даламан, 5 километров от Фетхие, в поселке Чилыш. Территория гостиницы занимает 6400 квадратных метров. Отель расположен в 5 километрах от Фетхие, через дорогу от моря. Представляет собой одно пятиэтажное и одно третьеэтажное здание. Отель для спокойного экономичного отдыха. Внимание! В номерах отеля курение запрещено. Концепция лета 2015. На территории отеля имеется обмен валюты. Парикмахерская платна. Прачечная платна. Салон красоты платна. Wi-Fi бесплатно. Отель принимает кредитные карты MasterCard, Visa. В номерах есть количество номеров 85. Номерной фонд отеля состоит из общее количество номеров 100. 90 стандарт rooms 16, 20 M2, максимум 3 плюс 1 человек. Main and Annex Buildings. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть комментарии, анимации нет. Открытый бассейн. Комментарий к бассейну и горкам, два открытых бассейна село пресной водой, без подогрева, площадь 110 квадратных метров и 90 квадратных метров. Работают с 10 часов ровно до 18 часов ровно. Хамам платно. Сауна платно. Массаж платно. Бильярд бесплатно. Тренажерный зал бесплатно. Настольный теннис бесплатно. Также бесплатно доступны фитнес-центр. Настольный теннис. Бильярд. За дополнительную плату имеется сауна. Турецкая баня. Массаж. Для детей. Один открытый бассейн. В ресторане – детское кресло. В номере – ТВ с российским каналом. Кондиционер сплит. Сейф платно. Душ, фен, телефон. Керамическое покрытие. Французский балкон. Для детей есть. Детская кровать бесплатно. Детские стульчики в ресторане. Бассейн. Комментарии: два детские секции в бассейне для взрослых. Шезлонги платно. Матрасы платно. Зонтики платно. Не предоставляются или отсутствуют полотенца. Территория пляжа – городской песчано-галечный пляж. Вход в море – галька. Комментарии: между пляжем и отелем проходит пешеходная дорога. Пляжных полотенец нет. Год постройки гостиницы – 1989. Год, когда был сделан последний ремонт – 2014. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.